Мужчина грубо усмирил школьника на детской площадке. Его действиями заинтересовались полицейские. Об этом сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД. Проверяя социальные сети, правоохранители наткнулись на видеозапись, которую сделали очевидцы конфликта. Все произошло в одном из дворов по улице Крупской. На кадры попал момент того, как пожилая женщина сначала насильно стащила 10-летнего мальчика с одной из форм на детской площадке и попыталась с ним поговорить. Все это время школьник старался вырваться, но через несколько секунд к нему подошел молодой мужчина и прижал лицом к земле. Ой, говорю тебе, перед тобой женщина, которая тебе годится в бабушку, в маму. Хамло, я посмотрю, что она выглядит. Вот такая молодец. Она может тебя спокойно сейчас дать полицию, ПДН, придурок. Сейчас я вызываю полицию, и пусть его заберут. Посадят. Смотри, что делает. Перед всеми тут выделывается, перед девочкой. Мальчик все же попытался вырваться, но выронил телефон и еще на несколько секунд остался на детской площадке. Полицейские уже установили личности участников конфликта и сейчас проводят проверку. По ее итогам они дадут правовую оценку действиям каждого брачанина.